На горной вершине в известной долине Вадикхар, на расстоянии приблизительно в 15 километрах от столицы Йемена Санаа, величественно расположился дворец Дар-аль-Хаджар, более известный как Горный дворец имама. Точка. Дар-аль-Хаджар, кажется, растет из скал, на которых он построен. У дворца также есть характерная живопись по всему периметру фасада. Кроме того, он стоит в полном одиночестве в зеленом и тихом оазисе Вади. Его история уходит в далекое прошлое. Точная дата возведения оригинального замка доподлинно неизвестна. Хотя, бытует мнение, что первые постройки появились еще задолго до появления ислама. В средневековье замок был полностью разрушен турками, и только во второй половине XVIII века был частично восстановлен.